Значит, какой у нас будет порядок докладов сейчас? Есть доклад Анатолия, да? Как он, тема у вас? Роль рецептора в жизни человека. О. В теле человека. В теле человека. Да. Первый доклад. У Гали есть сообщение. Ну, не первое выступление будет, это уже будет продолжение темы на позапрошлой встрече. Галя там ознакомливала своим направлением деятельности. Это не директивные методы работы с клиентом, которые помогают специалистам, связанным там, с массажем и со всеми мануальными техниками. Они очень эффективно, параллельно позволяют создать фон работы с клиентом. Это, наверное, к такой области работы специалистов относится. И у меня есть сообщения, наверное, они будут актуальны в связи с обстановкой на улице, которая сейчас сложилась. Это пыль, пыльца и плюс в связи с той катастрофой, которая проходит сейчас недалеко от Киева, с увеличением загрязнения атмосферы. Я хочу предложить вашему вниманию методы очистки организма, и в частности носовой полости, йогические способы. Это первое. Ну и проанонсировать некий такой оздоровительно-освежительный напиток, который вы можете сами для себя изготавливать, делать и пользоваться. Вот пока у нас такие вот доклады. Если у кого-то есть еще что-то, желание где-то как-то, но в процессе появится. Вот так.